Да не расстраивайся, пацаны все придурки. Я знаю! Малой сейчас получишь у меня. Ну, если знаешь, то перестань ныть. Все. Я не из-за того. Из-за чего? Каникулы кончились. Ой, да ладно, другие будут. Пошли. Как же... Здрасте. Чего грязный такой? Здрасте. Это Роберт, он из Польши. Офигенный чувак, вообще просто классный. Клеился ко мне. Знаешь, паук. Коктейльчиками угощал. О, а это мы с Рикардо. Не, ну а если я тоже сутенером Рикардо стану сразу же, как думаешь, нормально? Нам от Будилова с собой взять. Будилова? А ты откуда будешь-то? Сутенер. В смысле? Ну, у нее там Италия, Польша. Я из Хорватии. Я хорватский сутенер для Будилова. Хорватка не выросла. Гореть пошел на у друга себе смотрели. А я, кстати, видел, слышь, Вовет, я видел такие. Очень забавная история получилась. Пятого урока не будет, у нас свой юбилей. А вместо четвертого репетиция с Наташей. Интересный цвет. Не, ну серьезно. Спасибо, Глеб. Я знаю, что только ты оценишь. Такой, вот, как смотри, Мурзенко Трикаров. Моя любимая учительница. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. И сразу учить, понимаешь? Нет, спросить, как дела, ребята? Тёма. Как так? А что вообще происходит? Привет. А нельзя пообщаться, вот просто спросить к Серёге Королёву, как обстановка? Как дела? Как дом? Сопля. Анечка, отойди, пожалуйста, от окна дует. Ты пошел, дедушка? Да, у тебя что сегодня? Литература и английский. Хорошо, пожалуйста, подготовься. Хорошо. Я ушел. Толь, может быть, все-таки вот эту? Нет, нет. Поправь, пожалуйста, воротничок. Очень хорошо. Ну все. Ну, счастливо. Пока, дорогой. Чего сюда? Да вроде сюда. Спасибо. Пошли. Куда? Я новенький, в 9А. Налево по коридору. Угу.
Уроки начались уже? Ты что не видишь? Шапку сними, дебил. Слышь, ты что? Эй, бойцы, ну-ка угомонились. Ну-ка разошлись. Начало третьей четверти – это тоска. За окном зима. Позади все любимые праздники. Впереди самая длинная четверть. В школе ничего не происходит, как будто все впали в зимнюю спячку. Никто не влюбляется, не приходят новенькие. Извините, можно войти? Никто не влюбляется, не приходят новенькие. Стихи пишутся грустные. Хочется читать Кафку и медитировать. Каштанка Козаеткина. Валентина Харитоновна, а можно я схожу за цветами для Анатолия Германовича? А ты что, уже написала? Да, давно написала. Посмотрим. А что Будилова так мало написала? У тебя что, были скучные каникулы? Валентина Харитоновна, у меня были офигенные каникулы. Особенно как игра короткие. В футбол с Робертом и как там Родригес или кто-то. Вот видишь, там, ты еще в футбол играла, вот об этом. Она на ворот очень хорошо стоит, а вся команда ей забивает. Да, Роляк самый умный. Самый а за цветами пойдет тот. А кто написал? Что, Миша? Можно в туалет? Ну, иди. Все. Валентина Харитоновна, а можешь мне тоже в туалет? А мне за цветами. А мне в туалет, пожалуйста. А ты написал уже? Я, конечно. Можно мне тогда тоже в туалет? Сейчас, пожалуйста. Полы у вас скользкие. Ну, не знаю, к уборщице. Обращайся. Что за школа у вас? Нормально. Знаешь, сейчас специально обученных людей засылают в школы, чтобы проверили. Что, как дела вообще? Кто засылает? Сам догадываешься, кто засылает? Только ты не говори никому. Посмотри, у меня кровь осталась. Да. Где? Может, здесь? Где он? В каком классе? В девятом. У меня сеструха в девятом классе учится. Хочу я к вам определить. Какой класс хороший? В девятом. Чему? Ну, потому что в девятом Б это уроды, а в девятом А нормально все. Тем более, у нас классный руководитель у 4 года получил. Да ладно. Да, я сам в девятом А учусь. Ну, иди. Пойду. Боковая часть дороги. Это самое... Что за вопросы? Смотри, смотри. Пятое колесо автомобиля. Блин. Наверное. Точно. Для каких-то умников анекдоты. Блин. Я тебя все равно намылил. Смотри, какая побежала. Да ну. Приманка для рыбы. Ты че, как это называется? Карабинный топ. Знаешь как? Я откуда знаю? А ты че не на уроках-то? Чем я там делаю? Я и так же все знаю. Ну да, знаешь. Дважды два, четыре. Давай скорее. Злые, коварные умыслы. Все. Нет, что-то в ней есть. Нет.